Здравствуйте все на канале Творческий Сундучок. С вами Татьяна. У меня есть вот такие обрезки трикотажа с производства, а также такая трикотажная пряжа из старых и ненужных футболок. Это у меня остатки. Я вязала коврики. И сегодня у меня эксперимент. В каждом доме есть трикотаж. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну и начинаем. Я взяла вот такую тонкую джинсовую ткань. Это была юбка. И дальше я беру нашу трикотажную пряжу. И вот я начинаю выкладывать пряжу зеленого цвета. Дальше я возьму салатового цвета. Вот таким образом произвольно, как руку поведет. А дальше добавлю еще другого оттенка. И вот чем больше у нас будет различных оттенков, тем будет интереснее. Можно бы, конечно, сюда еще какую-то потемнее добавить, но то, что имеем. Я решила кое-что подправить. Салатовый сделаю поменьше и пониже. То есть разного уровня у меня здесь полосочки. Ну вот так. И добавлю еще немного света. Вот так. Голубоватые полоски. Чтобы не было мрачно, они вот так немножечко осветляют фон, и это приятно для глаз. И вот на этом фоне можно создать любую цветочную композицию. Посмотрите, вот это вырезанные цветочки, то есть можно что-то добавить. То есть все на свое усмотрение. А можно, не заморачиваясь, вот такие искусственные. В цветочных магазинах их достаточно продают. Вот разобрать. И получается ярко, нарядно. По-весеннему радостно, можно добавить сюда бабочку. То есть вот такое веселое, радостное весеннее панно. Но у меня цель другая. Я буду шить сумку, и мне хочется использовать трикотажные, именно вот трикотаж использовать, трикотажные цветочки. Вот такой цветник у меня получился. Я сюда добавила еще полосочки кисеи. Она тут вписывается. Нарезала вот таких цветочки, не цветочки. Для фона оно хорошо подходит. И сейчас покажу, как я делаю. Вот эти цветочки. Беру полосочку, завязываю рыхлый узелочек и вот так отрезаю. Цветочек готов.
И вот еще одна немаловажная деталь. Я сначала положила цветочки на полоски. И это, естественно, будет большая толщина. Я раздвинула полоски и вот в эти гнездышки положила цветочки. Ой, девочки, у нас такой плохой, такой медленный интернет. Прошлое видео закачивалось. Загружалось 14 часов. А мне так хочется поскорее узнать вашу реакцию, почитать ваши комментарии. Сегодня заказали кабельный интернет. Может быть, будет лучше. Посмотрим. И вот я накрываю все органзой. И стежка. Пропариваю, естественно. Закалываю булавочками. Что покажет стежка, не знаю. Это у меня эксперимент. Посмотрим. И вот так выглядят наши трикотажные полоски и лоскутики после стежки. Стежку я сделала только по вертикали, по зелеными нитками. Хотела простегать большой цветок, и мне не понравилось, я его распорола. Обшитые по краям, они никуда не сдвинутся, никуда не денутся. Даже стирка, мне кажется, ничего здесь не изменит. Полотно получилось плотненькое. И мне осталось приступить к следующему этапу, а это будет обрезка, или, как говорят профессионалы, осноровить осталось. И это уже будет в следующем видео. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, жмите на колокольчик, и вы не пропустите следующее видео. Я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи.